Привет всем. Хотелось бы еще показать вам одно мое изобретение. Тоже делал давно. Ну, так как рабочее место должно быть хорошо подсвечено, но иногда вот над головой все вот эти лампы мешаются. Приходится их убирать. Кстати, кто-то говорил мне, что почему не включил тогда светодиодную лампочку, не показал, как она светит. Вот она, все работает, все светится, и уже как бы не первый год. Ну ладно, сейчас не о том разговор. Вот смотрите, собрал я такую штуку себе. Ну, вот это редуктор от какого-то CD-привода я выдрал. На него оську такую небольшую закрепил из болтика. Тягу сделал. И здесь у меня как бы рычаг вот такой собран. Здесь вот ось вращения и вот эта вот тяга, которая при вращении шестеренки двигает вот этот вот рычаг вперед либо назад. И два микропереключателя. Вот он один. То есть когда вот эта штука выезжает, она нажимает на него. И второй вот здесь вот еще есть. То есть когда при заезде вот этой штуки рычага тоже, она нажимает на этот концевик, как бы два концевика получается. То есть никакой электроники, ничего нету. Единственное, нужен будет переменный источник питания. Я специально так вот задумывал, чтобы все было просто, легко и надежно. Ну и вот у меня вот сам трансформатор стоит на 9 вольт у меня. Ну, светодиодная лента питается от 12 вольт. И вот такой переключатель. Щелкаем вверх, выезжает подсветочка. Половина светодиодов уже погорела. Получается, вот над тем местом, где вот я паяю, надо подсветить поярче. Выдвинулась. Щелкаю выключатель вниз, она заезжает. То есть, все, ничего не мешает. Ну, можно еще было сделать автоматически, чтобы свет включался-выключался. Не стал этого делать. У меня он постоянно горит. Вот такая штука. Смотрите, щелкаем. Заехала. Щелкаем вверх, выехала. Вот такая штука. Ну, тут вот концевичков вот эти вот слабенькие, вот эти вот пружиночки. Приходится их иногда подгибать, а то их заминает, и вот эта штука проворачиваться начинает, не выключается вовремя. Вот смотрите, как работает. Раз, нажал, и питание как бы снялось с моторчика. Ну все, также теперь вот на этот микрик нажал. Вот сейчас в конце выложу схемку, как это я все сделал. То есть можно не обязательно вот на такую систему ставить. Можно на какого-нибудь червя поставить, то есть у вас какая-то червячная передача есть, по которой, вот как вот в DVD-приводах, на червяке стоит, червяк крутится и стоит головка, которая туда-сюда ездит и считывает диск. Вот можно также по краям поставить два вот этих микрика и, то есть, управлять чем-то подающее такое движение, то есть включили выключатель, поехало во что-то, дошло до конца, микрик нажало, отключилось. Потом щелкнули выключатель назад, поехала эта вся конструкция назад. Доехала до микрика, выключилась. Ну, может быть, кому-нибудь пригодится моя такая штука. Все, всем спасибо, пока-пока. Так, ну вот смотрите, кратенько расскажу по схемке. Вот источник перемены питания. Ну, берете такой, на который двигатель у вас рассчитан. Тут еще полупереводная схема выпрямителя. То есть, допустим, блок питания у вас на 5 вольт, то есть движок на 5 вольт. Значит, блок питания брать надо переменку 10 вольт, так как через один диод потом 5 вольт все равно получится. То есть блок питания в 2 раза больше получается напряжением, чем рассчитан движок. Ну вот смотрите, вот наш переключатель двухпозиционный, как бы двумя положениями. После него идет два диода. Один в эту сторону направлен, другой в эту сторону направлен. Два вот этих наших концевичка, на которые нажимает вот эта вот штука, которая ездит туда-сюда, либо у вас вот она может ездить
по червячной передаче. И получается, какая-то одна из них сейчас замкнута, так как вот эта штука находится в каком-то из положений. Все, вот в верхнем положении включен выключатель. Пошел плюс, плюс на движок. Он крутится в какую-то сторону. То есть тут самое главное соблюсти вот эти вот микрики, чтобы находились в нужном положении для другого. То есть вы сделали, включили, не работает. Просто микрики надо будет перекинуть назад. Местами поменять. Ну вот, в общем, пошел плюс через замкнутый контакт. Движок крутится. Доехал до конца, нажал на этот же вот, на этот микрик, через который он крутился. Все, а цепь обесточился, он выключился. Нажался вот на этот микрик. То есть на этот нажал, обесточил себя, этот микрик замкнулся. Теперь переключатель вниз откидываем. Пошел минус через вот эту цепь. Крутится движок в обратную сторону. Дошел до конца, до этого микрика. Чик, сам себя обесточил. Вот это у нас включенное получается. И опять так же теперь вверх. Выключатель щелкаем. Плюс подается. Ну, вот таким вот способом все это работает дело. То есть самое главное правильно поставить в нужном положении вот эти два микрика. Все, у вас будет работать. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.